В регионе ввели обязательную вакцинацию от ковида для работников торговли и транспорта. Такие меры введены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Так говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону Николая Павлова. Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям, работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования. В постановлении отмечено, что прививку необходимо сделать до 9 августа текущего года. Кроме того, обязательной вакцинации подлежат работники сферы почтовой связи, МФЦ, ЖКХ и энергетики. Помимо них, сотрудники соцзащиты и соцобслуживания культурной сферы, театров и кинотеатров.